В двух словах про кладку. Монтаж у нас полностью занимает один день. Как это бьется с технологией кладки? Ну, по идее, кладку нужно дать. Первый ряд же ведь у нас на раствор укладывается. И ему еще нужно этому раствору дать время застыть. Но есть одна небольшая монтажная хитрость, благодаря которой можно дальше продолжать работу. Значит, мы используем опорные колодки, которые фиксируют, стабилизируют положение первого ряда, а значит и всей кладки. Остальные ряды укладываются с перехлестом на клей-пену, и потом спокойно мы можем продолжать монтаж по остеклению. Вот так вот. Никакого нарушения технологии в этом случае. И все, как бы после, на следующий день заказчик вынимает эти колодочки просто и там пару капель добавляет растворчика. Но зато выигрывает один день, который ему не нужно будет отпрашиваться с работы.